Привет, друзья! Завершается 22-й тур чемпионата страны среди команд высшей лиги. В понедельник будет сыгран предпоследний поединок Городением. Матч со всех сторон сложный для прогнозирования. Ни одни показатели не указывают на какие-то явные предпочтения в пользу той или другой команды. И котировки Максайна ярко этому подтверждение. На победу Немана предлагается всего лишь на 0,1 больше. 2,45 против 2,35. Мне тоже сложно предсказать, поэтому ставить на победу той или другой команды я не буду, хотя, заглянув в историю личных противостояний, которая совсем короткая, но тем не менее очень примечательная, каждый раз выигрывает тот, кто принимает. Однако 5 матчей – это слишком мало, чтобы вырисовывалась какая-то четкая тенденция, поэтому рисковать я не стану. Хотя, наверное, все же моя конечная ставка, тотал больше 2,5, тоже является рисковой. Почему я выбираю именно ее? Ну, я буду честна с вами. Потому что тотал меньше 2,5 – 1,6 – больше 2,34, ну, играть так играть. Ну и потом я думаю, что, посмотрев, как играл Неман и Городея в гостях, я заметила, что Неман забивал не больше 2 мячей, Городея тоже забивала не 2 мячей, а ведь еще 2-1, который уже дважды встречался в противостояниях Городея и Немана, вполне вероятен и может принести мне хороший выигрыш. Кроме того, на матч прогнозируется дождь, порывистый ветер, который тоже наверняка внесут погодные условия наверняка внесут какие-то корректировки в матч. И думаю, что команды, не думая, отсиживаться в обороне, будут идти вперед. Плюс какие-то вот эти погодные корректировки, плюс зная упрямый характер 2 рулевых. Я думаю, что все-таки, наверное, 3 мяча вполне вероятно увидеть. На этой ставке я остановлюсь. А вы думайте сами, решайте сами, играйте и выигрывайте.